Убежище темерских партизан. А ну вот, приехали. Я ищу Роше. Нет здесь никакого Роше. Что-нибудь еще? В смысле, нет Роше? Что ты здесь делаешь, прочь с дороги? Понимаю. А за тобой, надо думать, грибники лагерем встали. Мы это, за птичками наблюдаем. А меч у тебя, чтоб, если что, от туканов отбиваться? Туканы тут не живут. Холодно им тут очень. Эрудированный какой. Артензио, ты слепой? Это же Геральт, мой товарищ. Геральт, заходи. Геральт из Ривии, живой и здоровый. Вернон Роше, последняя надежда Тимерии. Смейся, смейся, а Тимерия еще вернется на карту мира. Роше, я не могу их тут бросить. Я... Здрасте. Можешь и должна, у тебя приказ. Они умрут, пожалуйста. Разговор закончен, можешь идти. Ты что здесь делаешь? Гоняешься за Скаэтаэлями? Ты шутишь. Кого сейчас заботят Скаэтаэли? Сейчас на карте судьба Тимерии. Угу. Как ты здесь оказался? С войском пришел, как еще? Когда Нильфгард перешел Яругу, я послал все к чертям и рванул на фронт. Бить черных. Вступил во вторую темерскую армию под командованием Яна Наталиса. Мы должны были задержать черных на линии Долблатана, гора Карбон. Мы держали 3 дня, а потом нас просто снесли. Потом я узнал, что Родовид собирает силы под Новиградом, что он обещает сражаться за свободный север. Я пробился сюда с остатками армии Наталиса, но... Но Родовид оказался ничем не лучше Имгыра. Так что я решил, что лучше я буду воевать по-своему. Хорошо, так это не похож, конечно, на себя из второй части. Ну да. Я ищу ублюдка-младшего. Слышал о таком. Только не знаю, почему ты его ищешь в моем лагере. Да вот одна птичка напела. У вас с ним общие друзья. Похоже, вы оба очень сдружились с Родовидом. Разговорчивая какая птичка. Надо будет голову-то ей открутить. Так что, поможешь или мне искать дальше? Тебе, как всегда, везет больше, чем ты заслуживаешь. Я собираюсь на встречу с риданским шпионом. Мы встречаемся под Оксимфуртом. В шахматном клубе. Спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Меня достал седой. Бьянка зато похожа. Бьянка, да, очень похожа. Интересно, что у них там за разногласия такие? И можно ли с ней поговорить? А правда, что ты когда-то королей убивал? Это Роше уже? Угу. Она уже поскакала. Ничего, догонишь. Только ведьмака этой братве не хватало. Нормально. Раненых, может, не хочется вставлять, а надо куда-то ехать? Да, я тоже подумал о чем-то таком. Так она же отсюда пришла. Ну, ушла уже 150 раз. Вон там, посмотри. У них в Новиграде, правда, такая... Как-то вас тут мало, ребятки. Ну да.
Главное, такие незаметные. Как все это кончится? Думаю, бордель открыть. В Изиме. Только ведьма ты озверел. Я понял, понял. Я думал, вы это свои... ничего против не иметь не будете. Что это? Рапорт. Рапорт. Объект замечен в каюте на борту Тритагора. И обнаружил, что он с азартом играет в шахматы. С этой целью регулярно посещает инкогнито некий дом. Вчера пытался подслушать беседу, однако есть ощущение, что кто-то вышел на мой след. За мной следили, но я сбросил хвост. Там за ширмой еще что-то было. Я видела. Ну там сундук какой-то. А если мы спрячемся за ширмой, даже не увидят? Ну, все равно ругаться будут. Ай, обжегся. Просто вот такие сундучки, в них обычно что-то хорошее. Ну, давай за ширмой спрячемся и попробуем. Да там-то не такой сундучок, там-то так ящик просто. Разве? Да. Вот, смотри. Не то, чтобы нам это надо. Я не буду брать, мало ли еще кинуться. Угу. Ну ладно. А, подожди, вот наверх еще можно подняться. Мы кровью заплатим за свободную Тимерию. Смерть черным. Здравствуйте. Я почему ее ищу еще? Подумал, что может быть мы как-то ей сможем помочь. Но... Смотри, все, тупик. Нет. Да. Я тут. Ну, значит, еще где-нибудь встретимся, наверное. Ладно, то есть нам сейчас в Оксенфурт, офигеть. Теперь помедленнее. Вот это вот пилить. Угу. А, нет, мы не так уж и далеко-то, в принципе. Ну, погнали. На! Ой, я так понимаю, уже пришли? Да. Что это такое? А мордой? Он немного на капрала Хереверк смахивает. Это Василиск? Смотри, задание. Крутой выезд, не слишком ли немало? Он и повернуться не может. Интересный у вас Василиск. Понятное дело, интересный. В наших краях такой бестии не увидишь. Они только в далекой Зерикании родятся. Из яиц петухом высиженных. Из яиц петуха, говоришь? А как же? Такого петуха, который на вроде квочки другому петуху дупло подставляет. А яйца, которые такой петух отложит, должен потом 101 ядовитый гад высидеть. И тогда из них Василиск улыбается. Ну, ты сказочник. Сейчас мы все обломаем. Интересно, этот Василиск выглядит совсем так неверно. Кстати, довольно молодая и хилая. Глупости вы болтаете. Это же Василиск. Самый, что ни на есть, настоящий. Верно, что я там могу знать? Я ведь просто ведьмак. Эй, эй! Ежели это не Василиск, а виверна какая-то. За что я платил? Отдавай деньги, жулик! Отважные войны, не напирайте так, а то... О, берегись! Так, подожди, а почему у меня меч? Еще символ не тут стоит. Мне это напоминает один момент в книге.
Только там не Геральт был виновником этого, а Цири. Прям вот как списано. Я думаю, это и есть такая своеобразная ссылочка. И что о себе возомнил? Не только Василиск был фальшивый, но и клетка. А где этот? Свалил? Ага. Паражитизм и дезерт. И что о себе возомнил? Эй, ты! Вот они тут наглые, конечно. Я им тут жизнь спас, деньги сэкономил. В смысле сэкономил? Они уже отдали. Платва, ты куда? Купаться пошла, что ли? Она испугалась меня почему-то. Где мой прикольный эликсир? Точнее, который отвар. Все, можно идти дальше. Сам такой. А, здесь нельзя быстро бегать. Давай, Платва. Тебя ждет смерть от отравления. 3 фунтами стали. Готовы? Связной ждет в шахматном клубе. Давай разберемся с этим побыстрее. Кто у тебя связной? Один скользкий тип. В других обстоятельствах я бы не стал иметь с ним никаких дел. Ты ему не доверяешь? Я никому не доверяю, включая тебя. А меня-то чё? Ну ничего, потому что ты тоже своими делами занимаешься. Что-то здесь не то. Посмотрим. Опа. Родовид же. Родовид. Судя по макушке. Ну да. Шах и мат. Странно он как-то ходит. Две фигуры сразу. Как хочет, так ходит. Говорят, что это королевская игра. Что шахматы учат стратегическому мышлению. Ерунда. Пешки одинаковы с обеих сторон. Правила всегда одни и те же. Ничего общего с жизнью. Знаешь, ведьмак, зачем я играю в шахматы? Чтобы убить время? У меня нет времени, чтобы тратить его напрасно. Я играю в шахматы, чтобы разгадать их секрет. В этих фигурках шумит кровь. Приложи ухо и услышишь. Шу-шу. Шу-шу. Сердце перекачивает жизнь. Ем пешку и слышу хруст разрываемого мяса. Ем фигуру и слышу крик из глубины дерева. Я хочу сломать шахматы. Выдавить из них правду. Понимаешь, о чем я? Нет, не понимаю. Нет. Ты не понимаешь, потому что ты не король. С точки зрения пешки видны только товарищи по бокам и враги на той стороне поля. Король видит шахматную доску иначе.
Злейшие враги окружают его. Собственные пешки могут запереть короля в западне. А тогда шах и смерть. Шахматы, ведьмак. Это искусство жертвовать собственными пешками. Теперь понимаешь? Нет. Нет, все еще не понимаю. Неважно. Перейдем к делу. Зачем ты привел ведьмака? Ведьмак сам все объяснит. А, то есть это так и задумано? Ну да, я думала, он просто вместо шпиона оказался тут. Ну, то есть, должен был другой человек пройти. Ага. А тут получается, что Роше в курсе был? Получается, что так. Я думал, мы идем на встречу с риданским шпионом, а не с королем. Если можешь обойти посредников, лови момент. Я ищу ублюдка младшего. Знаю, что он пользуется поддержкой Ридании. Зачем ты его ищешь? Это мое дело. Не буду настаивать. Я разместил младшего в имении в Оксенфурте. О нем знают немногие. Тебя туда не впустят. Но ты скажи, что пришел по поводу девок. Младший постоянно требует приводить к себе женщин. Мне говорили, что он нехорошо с ними обращается. А зачем? Я не понимаю. Я... Просто если он его сам прячет где-то и тут же сдает, в чем прикол? Ну да. Ты только что сдал мне человека, в которого вложил порядком времени и денег. Интересно, почему? Считай это жестом доброй воли. И да, я рассчитываю на взаимность. К тому же младший мне уже не нужен. Большой четверки больше не существует. В свое время я напомню тебе об услуге. А теперь все, идите. С тобой, Роше, я поговорю в другой раз. Мне кажется, он все больше погружается в безумие. Главное, я знаю, где искать младшего. Знаешь что, Геральт? Я ведь тоже хотел просить тебя об услуге. У меня проблемы с Бьянкой, и мне нужно, чтобы кто-нибудь ее образумил. Зайди ко мне в лагерь. Я все расскажу. Хорошо, Роше, я подумаю. До встречи. Фу. Хватит с меня этой работы. Как все сложно. Око за око? Ага. Это наше? Нет, это не наше. Платва-то где? Опа, банда Новиграда провалена. Ну, в принципе, я подозревал, что так случится. А там задания какие-то взаимоисключающие, по-моему. Да. Ты либо соглашаешься, либо не соглашаешься. Ты же отказался с ним вместе с Тесаком там. Ну да. Но было бы логично завершить там задание, по идее. Просто бы завершили, да, и все. Да. А так оно, получается, просто висело. Мы с ними собирались сотрудничать. Да. Око за око. А здесь сразу пробраться в укрытие. Прикольно. Давай сначала по поводу Бьянки тогда. О, у него прям квест светится. Геральт из Ривии. Живой и здоровый. А, так это было, да? Ну да. Проклятый. Просто обновили. Показывают. Ты что здесь делаешь? Гоняешься за скейтом? А, ну, вообще ты... полностью один в один. Да, в том-то дело. Как ты здесь? Когда не... Мы держали. Потом я узнал... Но... Говорил, у тебя какие-то проблемы? С Бьянкой.
Она взяла пару людей и ушла за реку. Бить нильфов в Еворнике. И что? Вроде партизаны этим и должны заниматься. Да, если им приказали. А я запретил ей покидать лагерь. Бессрочно. Зачем Бьянке этот Еворник? Понимаешь ли, тамошние мужики нам как-то помогли. Нильфгардцы об этом прознали, и теперь появилась информация, что они собираются устроить карательную экспедицию. Повесить каждого пятого, или что-то вроде того. Хм. Кажется, я понимаю Бьянку. Непонятно только, почему ты против. На войне умирают люди. Не только солдаты, но и гражданские. Всех не спасешь, вот и все. Мне казалось, ты идеалист. Ты не ошибался. Только у меня один идеал. Свободная Тимерия. Ради него я пойду на все. Ты больше не доверяешь Бьянке? Ты что? Она за меня умереть готова, не в этом дело. Знаешь, чем отличается солдат от обычного головореза? Мундиром? Я серьезно. Он приказы слушает. Это был риторический вопрос, так что вместо того, чтобы спрашивать, лучше просвети меня. Солдат мыслит тактически. Он знает, когда нанести удар, когда отступить, когда идти в атаку, а когда ждать. У Бьянки с этим проблема. Она горячая, порывистая. А в партизанской войне один неверный шаг, и все пойдет нахер. Я приказал ей оставаться в лагере, потому что боялся, что если она пойдет на дело, то наделает бед. И я был прав. Ладно, у тебя проблемы с дисциплиной. Я-то как могу помочь? Не думаю, что Бьянка вошла в деревню. Скорее, она с ребятами засела в соседнем лесу. Надо найти ее, пока она не пошла в атаку, и остановить. Ты мастер читать следы. Помоги мне. Да поможем, наверное. Не то чтобы я очень хотел в это ввязываться. Но... Можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Геральт. Я твой должник. Тогда встречаемся в Велине под деревом висельников. Оттуда до Еворника рукой подать. И кровью заплатим за свободную Тимерию. Смерть, я просто думаю, что в итоге нас поставят перед выбором... Оттуда Бьянку силой забрать или помочь ей деревню эту отбить. Ну, что-то в этом роде. Но пошла. Это нам далеко вообще? Где-то Еворник. Ну да, я правильно помню, что он где-то там. Ну и почему я не очень хочу на это задание, конечно, идти-то, потому что я знаю, что я встану в итоге на сторону Бьянки. Деревня внизу. Там уже черно от нильфов. Они казнь готовят. Бьянки не видно. Она порывистая, но не дура. Ждет удобного случая. Может, хочет ударить после захода солнца, когда... Что еще? Люди трое, легко вооруженные. Пытаются подобраться поближе. Там, у... Смерть черным! Атна! Кирхе! Похоже, мы опоздали. Геральт, надо ей помочь. За мной! Помочь. За мной? Убить. Нет, всех? Это ты за мной, я уже бегу. Нильфов, короче. Бьем всех. Опа, у Бьянки здоровье сделали. Ага. Сохраниться. Ну, тут, видимо, как раз цель. Ага. Спасти ее. И всех трогать. Надо Бьянка смотреть, где она, да, и не подпускать к ней. Ага, там дальше смотри, на мини-карту. Ого, треснули ей там. Ага. Он
Полная морда! Ты видишь ее? Нет. А вот она. Вижу. Ой, балда, ой, балда. Кто? Она? Ну, да. Не, ну почему балда? Не, ну не втроем же лезть. Ну, она свои силы, наверное, оценивает хорошо. Переоценивает, я думаю. Ого, вышел с паузы. Там он лучник стоит, стреляет по ней как раз. А. Ну и сейчас этот ее убьет. Какая разница называется? Ну, да. Хватит блокировать, ты же в ударе был. У этих тяжело бронированных какой-то особый блок, что ли? Бьянка, мать твою, ты рехнулась! Ты игнорируешь приказы, идешь на самоубийственное задание, и вместо того, чтобы надеть кирасу, ты лезешь в бой в рубахе, раскрытой до пупа, с сиськами наружу! Ты мне не отец, Роше, и не тебе говорить, как мне одеваться! Я твой командир, и ты будешь меня слушать! Ты по-прежнему в армии, мать твою, за ногу! Я не могла их бросить! Они нам помогли! Дело солдата, Бьянка, убивать, а не спасать! Если тебе это не нравится, иди к сестрам Милители! Учись на знахарку! Ёбаный хер! Давай оружие! Получишь обратно, когда образумишься! Если образумишься! Идем! Пленный. Зачем нам пленные? Хотя... Ну пусть сами решают. Как я могу решить? О, они... Они как они решат? Это я сейчас что скажу, то и решится. Ого. Похоже, вы взяли пленного. Мы пленных не берем. Ну вот, пожалуйста. Роше, ты забрал мой меч, но я и так справлюсь. Оставь его! Хватит здесь трупов! Что? Ты меня слышала? Да, и я поверить не могу. Он пришел, чтобы убивать гражданских. Он нас видел! И ты дашь ему просто так вернуться к своим и все рассказать? Имгыр и так знает, что мы убиваем его людей. Пусть увидит, что мы умеем проявлять жалость. Жалость. Это все бредово складывается. То, что я тут был, конечно, да это все равно все будут знать в итоге. Не знаю. Ну ладно, начали про пленных, так пусть дальше. Роше прав. Кроме того, убить безоружного. Роше, да что с тобой? У тебя яйца отсохли! Это же садисты, оккупанты! Я потом объясню. Ты, Нильф, вали отсюда! Морантайнг, сдирмандава. Иди, пока я не передумал. Ладно, идем, пока патруль не появился. Спасибо, Геральт. Если вдруг что, ты знаешь, где меня искать.